Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Борис Элмотив. Мы находимся в магазине «База». И у нас новинка-диковинка. Единственный и первый, сделанный в России, в Санкт-Петербурге, настоящий, хороший, качественный, действительно бронебойный кейс для виниловых проигрывателей. Кейс выполнен из фанеры 9 мм плюс слой фактурного красивого пластика. Мне нравится. В изготовлении кейса использована качественная фурнитура Adam Hella, как бабочки, так и удобную ручку, благодаря которой можно долго, без уставания из запястья, нести кейс. Также качественно изготовленный уголок алюминиевый и без зазоров и люфтов, исполненный обвод. Бабочки открываются довольно туго и надежно. Массивный прижим уверенно прижимает проигрыватель и не дает возможности повредить тонару. То есть наш проигрыватель находится внутри кейса очень сильно закрепленным. При этом, учитывая размер прижима, он равномерно распределяет нагрузку прижима на платтер. Таким образом, мы не повредим шпиндель. Крышка, конечно же, снимается. Она на петлях. Кейс довольно массивный. Я представляю то, что может выдержать серьезное падение, либо наезд колеса автомобиля. Не рекомендую пробовать, но всякое бывает. Проигрыватель чувствует здесь себя хорошо и довольно плотно. Присутствует место для проводов. В современных реалиях цена этого кейса кажется более чем приемлемой, особенно взяв во внимание качество исполнения качества фурнитуры, качество фактуры и явное превосходство перед китайскими друзьями. Перед нами кейс Zoma, который имеет меньший вес, но при этом фурнитура его вызывает сомнения. Начинаешь все дребезжать сразу. Поролон, используемый здесь, довольно хлипок. И самое неприятное, это щель, которая образуется в том случае, если мы положим сюда проигрыватель, защелкиваем бабочки. Вот даже пустой кейс имеет щель. Из преимуществ этого кейса это только вес. Больше, думаю, что ничего. Данный кейс в комплекте с виниловым проигрывателем будет весить в районе 19-20 кг. Имеет 5 лет гарантии. Отличное качество сборки. И опять-таки наш родной отечественный производитель в Санкт-Петербурге. Наш магазин. И при весе 70 с лишним килограмм я могу позволить себе такое. Я думаю, то, что он выдержит куда больше. С вами был Борис Элмотив, магазин «База», и мой новый любимчик в виде крепкого, хорошего кейса.